О, Ну, видать. хорошо нас слышно. Добрый день. Добрый. Добрый, добрый. Ну, показывай чадо сибирское. Видно? Ну, еще бы. Ну, видишь как. Вот это да. Ну, что сказать-то. Слава Христу. Молиться будем все время. Аллилуйя. 7 килограмм у нас. Уже 7 килограмм выросла. О, еще бы. Родилась была 3,5, Ну ладно. ну, хотели поблагодарить за молитву, Игнат Тихонович. Мы молимся все, каждый день Все благо. молимся. В самолете летел, четкий перебирал, молился. Так, наверное, давно не молился, как в самолете. Первый раз летел. Вот. И знаю, что и самолеты падают. Все зависит от Господа, от голоса Его. Да. Доверие полное только Богу. Он самолет над Черным морем упал. Упал. И нам, мы тут в Германии узнали. Мы там, я же в Франкфурт прилетел, в Германию, им так удобнее встречать меня. И там от русской, которая работает в Германии, она нам сказала, что самолет упал на Черном море. А как раз в это время я в полете был. Ну, вот так вот все бывает. Да. Как-то особо у нас вопросов нет, просто вот показаться Ну, слава хотели. Богу, слава Богу. Сейчас смотрели ролик с Натальей, которая из Германии, Да. и помолились за нее. Стали переживать, как у нее там в семье. Вот интересный ролик, Ну да. поучительный. У нас все поучительное, потому что мы говорим о душе, главное это, душу спасти. Сейчас на нее он там она пишет, что делает, детей-то отнимают. И в школе не Ну разрешают, да. и крестик носить не разрешают. Да. Гнилая. Молитва. Пошла, говорится, руководство-то какое, что требует от людей. Ну, время Антихриста приближается, поэтому мы знаем, что это должно быть. Да. Вот вопрос, как бы он такой вот сейчас по ходу. Крестят детей. Надо ли так детей вот в православии крестить, как сейчас? Вот. Если надо, то когда? У вас это как в книгах есть, но вот хотелось бы сейчас этот вопрос там Ну как? Мы осветили. знаем, что в Ветхом Завете было все тенью, прообразовало будущую жизнь во Христе, в Новом Завете. Да. И в послании к Колоссянам апостол Павел пишет: «Вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, вы вкрещены, крещены». То есть обрезание означает крещение, установление завета. А ребенок ничего не понимал 8 дней, и поэтому принято крестить не раньше 8 дней. Вот правильно об этом говорит Дмитрий Смирнов, что если веры нет в родителях, и они церковь забывают, зачем крестить? Я, говорит, крестил 20 лет, посмотри, кто они выросли. Кто? Мне Да. самому страшно смотреть. А если оба верующие, ну как, церковь написана, это ковчег Божий. А если ковчег Божий, то детей в ковчег брали бы или не брали? Брали бы. А вход в ковчег означает крещение. Это определенно. Но Первоапостольской церкви, там до времени Златоуста было, учение почему-то было такое, что если человек согрешит после крещения, это очень трудно прощается. Я не знаю, поэтому откладывали до смертного часа. Это ни на чем не основано. Если бы стали обращаться к крещению Христа, он Бог. Ему не было опасности. А 22:16 Деяния, она не говорит по Савлу, что ты медлишь, встань, крестись, и омой грехи твои. Вот ребенок в таком состоянии умрет, о нем даже церкви не будут молиться, не крещеные. Оба, если верующие, вопрос за жизнь ставить не надо. Церковь православная так установила, и нам тут зачем опровергать? Надо только, чтобы в полное погружение было. Родители были. Ну да. Только так. Что, спать-то не дает Ангелина? Ну, бывает вечером, что-то бывает от радости песни поет. Она во сколько встает? Во сколько она обычно? В 10, да?
в 10 просыпается. Засыпает где-то в 10:30, в 11 бывает. Ну, понятно. Ну, что? Сейчас вот уже спать захотела, наверное. Вас ждут? Ну, слава Христу. А обратно, значит, 5-го я и 6-го прилетаю. 5-го начинаю лететь, а 6-го заканчиваю. В Барнаул. Рано утром. Да. Так что. Ну вот, я считаю, даже это чудо было, что в Москву я прилетел, Барнаул-Москва рейс, почему-то он задержался. А там по расписанию через час летит Москва-Франк на Майне, в Германию самолет. И на этот рейс я уже не успевал. Точнее, мне даже объяснили, что мой багаж, надо же багаж еще перегрузить. И я захожу в терминал Д Шереметьево, и тут человек, Савченко Виктор, прям кричит. И вот так вот, Савченко Виктор, рукой вверх, а у него в руке билет уже. И он мне объясняет, что на следующий рейс я вам предлагаю через 2 часа на Франкфурт. Вы сейчас, говорит, не успеете туда, и багаж туда. Вот, то есть у меня беспокойство было, что я опоздаю на самолет. Молился, и так Господь устроил, что... А кто это был? А это работник Аэрофлота, специально посланный. Значит, я с Барнаула один летел в Германию именно. У меня пересадка в Москве. И но... они так все продумали. И а тебя как? Они узнать-то тебя как могли? Ну, я-то билеты взял по электронной версии, по интернету, поэтому у них там все записано, и... кто там летит и куда, и вот они позаботились, чтобы меня на другой рейс идти. Ну, билет ты покупал вот. В кассе? По интернету заказывали. А, понятно. Ну, вот видишь, как Господь поспешествовал тебе. Да. Мы тут все время, утром и вечером молимся. Ну, и... я уже подумал, может быть, на этом самолете, на котором я должен был лететь, что там могло быть, а Бог да. отвел, кто знает, как это все. Да, да. Ну, на 3 часа позже прилетел, ничего страшного. Там в Москве подождал, сообщил Жанне, так и так, что выезжайте 3 часа позже, встречайте. Ну, все благополучно. И родители довольны, встретились очень хорошо мы. Угу. Хорошо. Приятно слышать. Ну и все, в общем-то, у нас. Ничего такого нет. Он смотрит, улыбается. Угу. Но мы-то ждем вас всех сюда. Всех. Ну, хорошо. Пока я один прилетаю, а там как Бог даст. Ну, вот, я-то лишь не знал. Как? Не получается пока. Ну, понятно. Ладно. Ну, все, Игнат Тихонович, все. С Богом. А обратно-то у тебя билет куплен уже? Да, конечно, это все заранее, туда-обратно. Так. Так и... даже дешевле. Ага. Я поставлю этот ролик, ты не против? Ты не против? Нет, слава мы не Боже, против. Людям будет очень радостно посмотреть, потому что да, всякое конечно. Говорят. Видите, как улыбаются, здоровые, и главное, ребенок рядом. Смотри, какая да. головастая. Питерная. Во славу Божию. У нас тогда в Потеряевке будет 2 Ангелины. Ну да. У Алёши-то жена Ангелина. Одни ангелы будут жить. Нам-то места не будет грешным. Ну ладно тогда. Я очень рад, что ты позвонил. Спаси Христос. Домашним поклон передавай. Хорошо. С Богом. С Богом. Слава Божию.